Conmore, Alberta, Canada. Пойдем к Руслане забирать ее и пойдем сегодня куда? На Лейк Минниванка. Пройдемся. Забыли как-то, как уже в хайки ходить. Поэтому будем вспоминать. Правда, зима совсем летняя. Ноль на улице. Ничего. Проверка камеры. Привет! Ну вот и мне интересно. Как бы вообще не ходибельное место. Что еще сегодня будет не туда? Возвращаемся. Совсем не ходибельное место. Интересно, какое видео будет на экране монитора через GoPro. Я попытался подключить GoPro к компьютеру, посмотреть, какое будет все-таки видео. И оно затребовало специальные кодеки, специальную программу скачать. И там что-то за пару долларов. Ладно, думаю, не буду покупать. Уже MacBook приедет. Уже туда буду все скидывать и монтировать. Там удобней. Ну, давай, давай. Короче, флешки хватает на 10 часов записи. Плюс 3 батареи. Ты же все рассказываешь, правильно? Да. Для истории. Будем вести блог путешествия в Альберте. Или путешествие в долине, или жизнь в горах. Короче, куча вариантов, как назвать канал. Поворот налево. Если бы мне в детстве сказали, я тебе позвоню в 45 и поздравлю тебя с днем рождения, то это будет кто-нибудь, что казалось, что это старуха уже какая-то. А говорю, нет, нормально, смотри, что ты нормально бегаешь, суетишься. Говорю, живчик еще тот, так что 45, я говорю, давай, давай. Понеслась, так же интересно. Ну, интересно. Погнали. Ты думаешь, вода там замерзла везде? Я уверена. Я видела фотки, когда шел этот, Алибаба с сыном. Ага. Так, ну я снимаю ваш спуск, если что. Что тут снимать-то? Ну что, идем с нами? Ты сейчас, знаешь, не просто пойдешь, ты здесь поедешь. Да, нормас. Я уже оценил. Thank you.
А что мне вперед бежать? Еще успею. Сейчас вот красоту поснимаем. Почему не смогли? Потому что вода была под ногами. Да, мы по этим палкам мы пытались что-то пройти. Но вода холодная. И ноги мочить не хочется. Да, куски повырезаются, самые неинтересные. Я даже не знаю, в каком это формате будет. У меня это как фильм или как? Все, у тебя там что-то село. Не-не, он просто в режим ожидайки перешел. Скользко. То есть оно как масло намазано. Да, да. Непонятно, насколько это будет. Поэтому и колючки, да, кстати, помогут. Ловлю, если что. И хорошо, голыми руками ты чувствуешь? А, да. На, снимай. Потом просто закинешь мне ее. Ну, а здесь прям проход. Я не вижу, он погас. Низу, конечно, просто вверх, направо крану. Ага. Можешь и крану коснуться. Все, все. Интересно. Не, можно ну да, просто вот это вот уступы. Непонятно. Да, вот ты смотришь на любой, на этот камень можно опереться. А вот здесь. Где-то остановилась. Хорошие ноги большие. Я просто управляю камерой уже. Руслан, тут недалеко, тут 200 метров тебе залезть. Так, слушайте, а как вы... Ой, блин. Да, 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 да. Знаешь, вот здесь, с этой стороны камня, он не скользкий. Если ты вот сюда, я сюда локтем опернусь, вот другой руки, да, и вот так вот пролезу. Дальше уже. А дальше могу руку подать. Веном, да. А тут рука помощи. Слушай, мне как-то так... Ну, возьми его за руку, Валеру. А, все. Ага. Оп. А, холодно. А здесь где-то летом я тебе башку разбила, помнишь? Да. Блин. Да, об этом штырек, наверное. Да. Потому что у меня козырек был. С козырьком не видела, мама. Красивая слоя снега. Вертолет. Это еще не к нам. Это самолет. Ку-ку, погнали! А что он не может кричать-то? Стесняется. Можешь так сказать? Ой!
Эй! 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 Как ты напрягаешься? Эй! Могу. Ну почти. Эй! О, могу, могу не напрягаться. Эй! Эй! Надо выдыхать так. Эй! Эй! Давай, next. Так, а дальше? Ладно, отключим. Кто не увидел лица, это большой лоб, брови, глаз один, глаз два, нос, рот, подбородок. Короче, эта голова держит эти две скалы, не дает им сойтись. Кайф. Да, когда солнышко вышло, да, такой интересный снимок. Красиво. Как на сноуборде, а? Да, Валер? Да. Хоть я тебя поснимаю. В стоячем положении, как... Как мы ж... Я оставил. Смотри, какой вид классный. Кто тут разрывает движуху? Красавчик. Красава. Его еще не было, брат. Какие горы позади тебя, диви. Ой, там девчонка такая. Да, снимаю тебя. А у меня-то не будет. Мне в конце сезона всегда хочется спуск любимый снять, чтобы потом летом ностальгировать.
Я иногда перед сном вспоминаю спуск и там засыпаю. Да, летом очень прикольно смотреть зимние поездки. Ага. А зимой летние? Зимой надо ехать в теплые страны. Хотя бы на недельку выйдет. Короче, на видео 90% вы, поэтому я вам скину, будете монтировать сами. Размечтался. Стас пусть монтирует, ему скучно там. Кому скучно? Стасу. Стасу? 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 Ему бы просто к вам в дом, чтобы он увидел расписание Стаса. Да, слушай, Стаса, я либо вижу сидящим за компьютером, работающим или учащимся, либо он бегом бежит в туалет. И возвращается за компьютер. Да, но иногда он еще бежит в спортзал. Вот тренируется. Да, это не Стаса, не бегом. Ну так, а как? Главное, не приуныть. В моменте. Ой-ой-ой. Я проваливаюсь. О! Так, и не только проваливаюсь, еще умудряюсь поскользнуться и упасть. Так, все ли у меня на месте? Опасность. Dangerous. Может, стоило там 2 метра спуститься вниз под бревном, чем вот это вот. Как горные козлы на кончиках пальцев карабкаться. И там спуск есть, да, дальше точно? Есть, есть. О, по коленам груз. Ну пошли. Экшен подъем преодолели, экшен спуск. Фак, это еще сложнее.
Зато на экшн камере все вот эти вибрации убираются. Полетели. О, нашел. Моя любимая поверхность твердая. Упс. Фак, окей. Вау, подожди, давай. Парикмахер. Фотостоп какой красивый. Говорят, она во время ковида потеряла всех своих клиентов. Я думаю, ну сейчас ковид и закончится. Ничего себе, люди обычно нюх, вкус теряют, а она клиентов. Для клиентов был повод потеряться. Не, может быть, не повод, просто люди поняли, что можно и самим как-нибудь, и так сойдет. Вообще-то не обязательно за это все платить. Красота какая. Ничего, красота, здесь лес вокруг, здесь ничего нету. Да вон, посмотри, горы вдалеке. А, вот здесь, да, если встать, то пиджин видим. Надо будет попробовать на МакГилливрей подняться. Я не нашла внятного описания. Не закрыто? Не, он не закрыт, нет. Если бы он был прямой, вот такой, знаешь, чик. Замерз. Было бы по-другому, а так он... Не, давай подойдем поближе. Ну, да. Ку-ку скажи. Всем привет. С замерзшего водопада. Ух ты, какой у него цвет красивый. Вау, как будто его неоном кто-то подсвечивает. А вон и водичка течет. И видно. Цвет классный. Я думаю, если бы сейчас солнце светило, вообще бы было безумно. Но тогда можно по вот этим вот уступам залезть, да, в принципе? Ну, так он до того, вон на тот камень залезали. Ну что, побежали? Задача догнать Катю.
задача выполнена. Катя догнана. А? Ага. Кайф.